Это программа «Позиция. Русская служба новостей». В студии Юрий Будкин. Наш гость – писатель Максим Калашников. Добрый вечер. Добрый вечер. Первая тема – это сегодняшнее заявление вице-премьера российского правительства Ольги Голодец, которая сказала, в России 38 миллионов человек трудоспособного возраста работают в непрозрачных условиях. И это серьезная проблема для всего общества. Вот если бы все платили налоги, то пенсии можно было бы в полтора раза практически увеличить. Вот кто получает, по словам Голодец, 10 тысяч рублей, могли бы получать 15. А этого не происходит, потому что 38 миллионов человек трудоспособного возраста работают в непрозрачных условиях. А что с этим делать должно правительство? Это правительство ничего не сможет сделать. А какое сможет? Во-первых, давайте, другое совершенно правительство. А что оно будет делать? Давайте, давайте проблему, так сказать, от печки сыграем. Давайте. Во-первых, люди, эти предприятия работают, потому что они могут платить по серым схемам. Потому что если платить все социальные налоги, эти предприятия разорятся. Она, Голодец, сказала про пенсионеров, а про работающих она не хочет подумать. В условиях идиотской экономики, где ничего не выгодно производить. А почему 48 миллионов человек как-то производят и как-то платят? Потому что они работают... А, в смысле, остальные 48 миллионов? Ну да. Потому что они работают все-таки в других условиях, там есть некая поддержка, да, может быть, государственный сектор, кстати говоря, у которого есть поддержка. А частники, простите, то есть, сами. Получается, по вашей теории, мы можем таким образом более-менее понять, вот 48 миллионов, это, скорее всего, государственный сектор. Связанный с ним, да. Да. Это госкомпания. А 38, это как раз частный сектор. Это остаток, да. То есть, они просто и не могут иначе работать. Да, конечно, потому что дурацкая система, когда ты из зарплаты платишь на содержание пенсионерства совершенно идиотское. Она западная, скопировали западную. Но это не... Западная же не значит самая умная. На самом деле, с моей точки зрения, первое, я вышел бы из ВТО, чтобы было просто выгодно здесь стоять производство, чтобы людям дать качественные рабочие места. Правительство, наоборот, все глубже в ВТО затягивает. Ну, да, просто да. Они говорят, что там-то эта система работает, там все платят, всем платят, и все хорошо. Да, не, простите, для этого нужно совсем другое государство. Да, здесь государство парализовано воровством и коррупцией. Все, они реально с ним не борются. Если есть человек, воровство и коррупция, даже самая разумная схема не работает. Возьмите скандинавские страны. Кстати говоря, многие просто, так сказать, от этого млеют. Ой, как хорошо в Скандинавии. Попадите в Скандинавию. Люди живут скромно. Да, качественные услуги, все, но с зарплаты ты отдаешь треть, как в среднем. Но это в среднем. Ты живешь, кое-где даже живешь, больше. Да, в среднем треть. Но живут они скромно, никаких тачек крутых. На велосипедиках, на малолитражечках. Ну, потому что цены высокие очень. Да, безусловно, цены высокие. И платишь ты, и суровый контроль за обращением денег и прочее, прочее. Дорогое удовольствие. И государство другое, простите. Там, чтобы прийти к этому, скандинавы долгий путь прошли, кстати говоря. А здесь, чтобы прийти к такому, здесь, знаете, расстрелять человек, наверное, 5 миллионов придется. Или посадить. Чтобы привести к нормальному бою, заставить работать, прежде всего начальство, кстати говоря. И, да, но тем не менее, сама система, когда человек платит на содержание пенсионеров из зарплаты, я считаю, дурацкой, в наших условиях дурацкой. Я считаю, что надо отказаться от этого пенсионного фонда, эта система все равно рухнет, ее надо контролируемо демонтировать и вернуться к советской системе. Пенсии из бюджета, это дешевле, это эффективнее. И как в Советском Союзе, вторую пенсию человек создает себе сам. Как было в Союзе, ты клал в Сбербанк деньги. Зарабатывал, класс был. Это была вторая твоя пенсия потом. Ты сам фактически откладывал. Люди-то считали, что это банковские вклады, а вы говорите, что это пенсия была. Я же говорю де-факто. Ну, давайте посмотрим. Я свою бабушку, Василису Григорьевну Самойленко, прекрасно помню, которая в 89-м царстве небесное. Она, как хохлушка-то воронежская, извините, она работала ударно, получила награду на пенсию, вышла на пенсию 120 рублей в месяц, она еще провизором устроилась, в аптеку 100 рублей еще получала. Она, извините, в Сбербанке что-то на книжке было. Да, и в Сбербанке у нее лежало, как у хорошей, так сказать, кулацкой дочки. Вот называется. В Союзе была разумная система, потому что пенсионный фонд не работает. Сколько люди туда отправляют денег, он все равно питается из бюджета. По идее, пенсионный фонд должен куда-то инвестировать и на проценты, значит, процент обеспечить прирост капитала. Но все сжирается этим аппаратом пенсионного фонда. А главное же, о чем говорит Ольга Голодец, если ты гражданин этой страны, ты должен платить налоги. Если ты будешь платить налоги, и государству, и гражданам, которые от государства зависят, будет хорошо. А ваша позиция моя такова? Моя позиция такова. Не только я плачу налоги. Да, я плачу налоги. С каждой своей книжки я плачу налоги. С каждой своей там статьи, вышедшей по гонорарам. Вот. Со своей зарплаты официальной тоже плачу налоги. А у меня вторая вещь. Я плачу налоги, но вы не воруйте.
А с каких-то радостей 5 миллиардов долларов на чемпионат СНГ по футболу? Но подождите, вы-то платите налоги, а другие-то говорят, а я не буду. А я понимаю, я, кстати говоря, с ними солидаризуюсь, потому что я-то не предприятие частное. Но если бы у меня было частное предприятие, я уверен, что мне пришлось бы тоже уходить в серые схемы, чтобы выжить, потому что я должен стегнуть. Во-первых, чиновники воруют, эти мои ноги будут разворованы. 50 миллиардов идет на мировой чемпионат по футболу. Так почему вы теперь-то платите налоги? И, вы знаете, ну просто потому, что, например, издательство не может не заплатить налоги, выплатить мне это, соответственно, в, так сказать, по серой схеме. А я не считаю это государство своим. Это не мое государство. Моим государством Советский Союз, да. У меня из-под него, так сказать, взорвали, да, разделили моих родственников границами. Пришли к власти какая-то шелупонь, которая, извините, ограбила мой народ. Уничтожила 13 миллионов только в РФ, и я им еще налоги должен платить. Так, значит, налоги платить нужно, налоги платить не нужно. Налоги — это то, что пенсионеры и инвалиды. Сформулируйте коротко. Хорошо. Позицию, коротко, которую мы поставим на голосование. Коротко, моя позиция. Решить эту проблему можно решить только коренным образом, изменив социально-экономическую политику и изменив вообще элиту. Все, эта элита с задачей не справится. То есть этой элите платить налоги нельзя? Нельзя. Максим Калашников, 916-55-81, 916-55-82. Вы не согласны с Максимом Калашниковым и готовы с ним спорить. Голосование пошло, уходим на рекламу, потом продолжим. Позиция. Стоять до последнего. Продолжаем программу. 38 человек трудоспособного возраста в России работают в непрозрачных условиях. Это серьезная проблема для всего общества, считает вице-премьер правительства Ольга Голодец. Гость программы «Позиция» сегодня писатель Максим Калашников полагает, что этой элите налоги неправильно платить. 98,5% аудитории русской службы новостей согласны с Максимом Калашниковым. Этой элите вы не платите, но вы не платите и пенсионерам, и инвалидам. А что с ними делать? Вы знаете, пенсионеры и инвалиды должны, ну, инвалидов не знаю, пенсионеры должны выходить на акции протеста. Потому что я считаю, что наша быдлая элита, или элита в кавычках, она занимается тем, что на выплаченные нами налоги она пускает псу под хвост, она их разворовывает. Я против того, что они делают. И они со мной, и с нами вообще не считаются. На референдумы, например, ну я как член Федерального совета партии дела могу сказать, мы же собирали подписи под референдумом, собрали инициативную группу. Вступать в ВТО или нет, пусть народ решает. И по множеству вопросов, а давайте референдум, а нужно ли нам вообще 50 миллиардов долларов тратить на никому ненужный, я считаю, чемпионат мира по футболу? Или 5 миллиардов там выбрасывать на этот чемпионат мира, чемпионат СНГ? А Олимпиада нам нахрен нужна, извините за выражение. Ну, давайте все-таки более корректно, да. Да, а зачем, не так, по-французски, а зачем, будем, да, да. По-французски сказать, а зачем нам 2,5 миллиарда долларов мы на Кипр выкинули на помощь? Не мы, вернее, они выкинули. Кипр никогда не отдаст эти деньги. А все это, а сердюковские реформы эти, это без моего разрешения проводилось, вот этот идиотизм. И платить им еще налоги? Не, ну мы вынуждены... Нет, подождите. Да, и, соответственно, платить им налоги. Я к чему говорю? Пенсионеры... То есть, а пенсионеров, инвалидов, они пусть содержат? У них есть деньги. Ну вот я и говорю, то есть у них есть деньги, значит, они пусть содержат. Значит, элита Российской Федерации ворует столько, сколько у Советского Союза поглощала вся помощь Африке, вся гонка вооружений, вся война в Афганистане, вся там строительство в Анголе, помощь Кубе. Это все мизер по сравнению с тем, что она ворует, ну, если в сопоставимых ценах. Так вот, пусть она думает, как... У нее голова большая, пусть думает. Значит, да. И если, так сказать, я даже считаю, что даже хорошо. Чем больше денег ей придется потратить, ну, так сказать, чтобы заткнуть дыры, тем меньше будет ее корыто. И в конце концов, поросята начнут жрать друг друга. Пусть они друг друга жрать начнут. Но, понимаете, если таким образом подходить к этому, то рано или поздно, когда гражданин каждый будет сам принимать решение, принимает он условия этого государства... Государства не будет. Этого государства, скорее всего... Так и другого не будет. Простите, это... То есть тогда в вашем государстве каждого заставят это делать? Да. Ага. А потому что мое... То есть вас нужно заставить? Ну, честно говоря, скажем так. Ну так, это рецепт элиты. Ну нет, хорошо, а меня не надо заставлять. Да, вы это платите налоги, это мы выяснили. Но знаете, что сделать? Что он правда, когда они начнут заставлять платить налоги? Да. Начнется массовое разорение оставшегося бизнеса. Закроется оставшееся производство, которое не относится к сырью. Закроется там Россельмаш, какой-нибудь агрегатный завод в Самаре закроется. Появятся новые безработные. Вы только заставьте платить. Потому что идиотская, еще раз, система вычитания из зарплат на социальные фонды, а если ее платить, то масса предприятий, особенно высокотехнологичных, где зарплата играет большую роль, они разорятся.
Понятно. А все торговцами быть не могут. 788-107-0, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Да, Дмитрий Васильевич. Я считаю, что необходимо платить налоги, и чем больше, то тем лучше. И самое главное, знаете, вот Владимир, его, конечно, зовут настоящее имя. Ну, все-таки Максим Калашников. Да, я хочу к нему обратиться. Владимир, вы же дайте им еще, пусть они поворуют. Они будут больше грабить, и больше, это же лучше будет. И тогда, наконец-то, вот эти, которые проголосовали за Путина, они, может быть, выйдут, может быть, умрут, там, не знаю, но что-то должно происходить. Потому что Максим Калашников, прошу вас. Ну, я, в принципе, так и говорю, просто зачем мне их питать налогами? Пусть, чем скорее корыто станет маленьким слишком для этой элиты, да, для этой группировки. Вот. Я, кстати, не свожу к одному Путину. И я считаю дурацким, кстати, лозунг «Россия без Путина». Почему? А что, других нету? Сейчас 91-го года система. Так вот, как, чем раньше они начнут друг друга жрать из уменьшающегося корыта, тем нам лучше. Так что платить налоги, зачем продлевать, собственно говоря, процесс? Налог должен быть справедливым, не более 10%, и это максимум. То есть вот если бы были налоги поменьше, тогда другое дело. Значит, налоги действительно должны быть поменьше, но должны быть совершенно другие условия для ведения, собственно говоря, экономической жизни. То есть должно быть выгодным производство. Должен на время подъема реального сектора, он первичен, должен быть протекционизм. Должна быть разумная государственная экономическая политика, о чем мы, кстати, на партии дела все время говорит, и на Московском экономическом форуме говорили. Нужна такая же система поддержки отечественных производителей, как, я не знаю, в Швеции, там, в Канаде, в Германии, в США. Но у нас воруют, вы же говорите, что у нас не будет это работать. Нет, у нас это будет работать, но у них не работает. Да. У них, я имею в виду... Но почему это у вас будет работать? Ну, потому что... Заставит. Ну, во-первых, потому что мы люди честные. Так. Я знаю своих, так сказать, соратников, партийцев. Все они, в общем, поднимали дело с собственными руками. Они свои предприятия не высасывали, как паук муху. Они действительно, ну, понимаете, ну, у нас в основном кто? Машиностроители. Ну, смотрите, как в таких случаях говорят, узок ваш круг, страшно далеки вы от народа. Но в том смысле, что вам все равно придется других людей привлекать, а они не будут кристально честны. А есть, условно говоря, механизмы контрольные. И они, ну, понимаете, в Скандинавии сумели добиться? Сумели. Понятно, Добрыня пишет, просто сам человек должен платить свои налоги, а не его компания, чтобы люди поняли, кто что у кого ворует, и как можно улучшать на эти деньги страну. Ну, с компанией вы совсем не снимете, конечно, налоги, это утопия. Вот, действительно, есть такая мысль, что вообще пусть люди с личных доходов платят налоги. Ну тогда давайте, ну, во-первых, здесь, конечно, будем реальными, на нашей суровой территории только на личных налогах с личных доходов вы не проживете, не сумеете содержать государство. Что-то будет платить компания, рентные платежи, сырьевые, так сказать. Нет, ну, я думаю, что речь идет о социальных таких платежах, вот, которые сейчас, собственно, во многом, говорят, утяжеляют работу бизнеса. Вот, скажем, главная мысль такова. Надо брать не за счет тяжести налогов, а за счет живости экономической жизни, за счет увеличения ВВП. Тогда, если у тебя налоги меньше, ты просто общую массу больше собираешь. Для этого ВВП надо не удвоить, а утроить, учетверить, понимаете? А для этого, извините, нужна совсем другая политика. Слушай, я себе, кстати, не скрывал, что я за действительно насильственные некоторые меры. Придется приводить к бою, нормальному бою, как говорят в армии, некоторыми жесткими мерами. Слушаем вас, добрый вечер. Алло, добрый вечер, Артем. Да, Артем. Я хочу сказать, что вот эта логика, которую мы говорим, не надо платить налоги, а то пенсионерам не будет пенсии, инвалидам не будет пенсии. Это логика взаимодействия с террористами. То есть давайте заплатим террористу денег, дадим ему все, что он хочет, а то заложники умрут. Только я не очень понимаю, в чем вы спорите с Максимом Калашниковым. А я с ним абсолютно согласен. А нам нужны люди, которые не согласны. То есть вот вы тоже так считаете, что это можно проводить аналогию между государством и террористами? В принципе, да, поскольку у нас ведь нет государства. Это я уже говорю, я прошу прощения, что повторяюсь. У нас есть гангстерское сообщество 91-го года. Просто оно называлось государством. Оно взяло флаг, там, главу орла. Но государством эта система не является. Максим Калашников, это программа «Позиция». Перерыв на рекламу, потом меняем тему. Ни тени сомнений.
Позиция. Продолжаем программу. С нами Максим Калашников. Власти Камбоджи выпустили из тюрьмы российского бизнесмена Сергея Полонского. Он на своей вилле в Камбодже отдыхает. Его там на вилле встретили депутат Государственной Думы Алексей Чепа и несколько друзей, которые живут у него дома, в том числе деловой партнер. А глава комитета Госдумы по информационной политике Алексей Митрофанов рассказывал прессе подробности освобождения из тюрьмы бизнесмена Сергея Полонского. Какое отношение могут иметь депутаты Государственной Думы к освобождению господина Полонского? Ну, не знаю, может быть, как говорится, партнеры по делам, что называется. Как относиться к тому, что они занимаются этим вопросом? Или это дело дипломатов? Скорее всего, это показатель того, насколько коррумпирована, насколько пронизана коррупционными связями нынешняя система, которая не является государством. Все делают бизнес свой, да, так сказать, пользуясь близостью к кормушке, к власти, к распределению. Естественно, Полонского-то надо... Ну, конечно, забавный персонаж. Но вот так вот, если по закону... Не, ну он гражданин Российской Федерации вообще-то. Ну, вообще-то да, конечно, да. Но, честно, и по справедливости, будь я, так сказать, на месте там правителя страны, он бы у меня поехал бы из кампучийской тюрьмы. Это другой вопрос, мы его не обсуждаем. Так, возвращаясь все-таки к тому, что, судя по всему, депутаты Государственной Думы в том или ином качестве участвовали в процессе освобождения Полонского. Это вопрос для обсуждения. В Думе должны открыть вопрос. Или слушайте, это нормально? Вот давайте так. Да. Вот Полонский богатый человек. Пусть он там может гнать чего угодно. Вот за Полонского они поехали освобождать. А вот Евгений Стригин сидит в Северокавказском федеральном округе, которого посадили, засудили за то, что он свою семью защищал. От нападения банды адыгов, да, или я не помню уже сейчас подробности, а его засудили, а за него почему-то эти депутаты не собираются, ну, только Оксана Вельва воюет на Краснодарском крае, а вот туда депутаты не хотят поехать. А где эти депутаты были, когда Квачкова Владимир Васильевич Квачкова за конопателя по надуманному делу, он там с арбалетами двумя делал переворот. Ну так требовать, простите, чтобы разбирались с участием депутатов в этой истории. Ваша позиция какова? Моя позиция такова. Это не наши депутаты. Это совершенно что-то отдельное от нас. Они занимаются... Да, почему они? Они едут спасать богатого в Кампучию, да, в Камбоджу эту. А на своих граждан, которые здесь, на нашей территории, попадают в страшную ситуацию, они не реагируют. Поэтому это скорее показатель того, как они на самом деле на нас смотрят. Для них мы никто. Ну что, Митрофанова не знаешь? Так я все-таки тогда по-другому, я сформулирую вопрос. Так требовать, чтобы с депутатами разбирались или нет? А сейчас требуют? Да. Да ну я, ну, честно говоря, ну мне это по барабану. Потому что они меня совершенно не колышут. Не требовать? Нет, наверное, надо требовать. Но это пусть у других голова болит, у Путина, наверное. Там хорошо. В Единой России или куда-то. Ну, то есть, вот у них должна болеть голова, поэтому... Голова, хорошо. Да. Я считаю, что это не наши депутаты. Все. 916-55-81. Вы согласны с Максимом Калашниковым. 916-55-82. Вы с ним не согласны, готовы спорить. Сразу же дозванивайтесь. Добрый вечер. Добрый вечер, это Петр Москва. Ну, прежде всего, господин Калашников, я хочу сказать, вы призываете не соблюдать законы Российской Федерации? Это первый вопрос. Вот, то есть вот так бойкотировать налоги и прочее, депутаты для вас это никто, законы это никто, это первое. И второе, для информации. Если вы со своей коммунистической идеологией собираетесь дальше как-то отвоевать себе власть, знаете, что есть очень много русских людей, таких как я, которые болеют за Россию, которые будут вас стрелять. Ну, давайте все-таки будем более корректными, господа. Ну, во-первых, ствол у меня уже есть. Давайте не будем. Да, вы меня еще попадите, не получите в ответ. Все, первая часть вопроса. Да, вторая, я не коммунист. А в-третьих, Российская Федерация не является Россией. Россия распалась в 91-м году. Я, кстати, не коммунист, я такой... У вас есть гражданство Российской Федерации? Ну, есть, конечно. Но получается, вы как бы... Вы принимаете гражданство, вы платите налоги, но при этом... Я призываю так. Первое, рыба гниет с головы. Пусть законы соблюдает прежде всего верхушка. С нее все начинается. Это как, извините, в армии. Командир... Я сержант. Я отвечал за свое отделение, потом был замком взводом. За взвод отвечал. Ой, мне доставалось, конечно. Но я должен был отвечать. Капитан отвечает за свой корабль уверенный. Вот точно так же пусть сначала верхушка соблюдает законы.
Вот. А стрельбой грозить не надо. Я могу сказать, что такие же люди, как мои товарищи, они тоже готовы, собственно говоря, людей с такими взглядами несколько уменьшить в числе. Тогда, возвращаясь, Макс пишет, россиянам, у которых нет миллиарда долларов, конечно, вообще нет никакого интереса обсуждать Полонского. Это просто не тема. Да, это не тема, соответственно. И когда депутаты едут, это не тема. Это их, когда... это их между собойчик. Mm-hmm. Все. Mm-hmm. Вот их между собойчик. Пусть они этим занимаются. У нас есть другие темы. Наша тема. Как нам выжить? Потому что то, что вот сейчас происходит в Российской Федерации, вот сильнейшее дежавю с концом Советского Союза. То есть вот сейчас взят курс на обвал. Он рано или поздно случится. Приметы. Совершенно идиотская экономическая политика, которая уже вызывает падение производства, а экономический кризис перейдет в политический. Демографически идет страшный, так сказать, кризис на самом деле. Несмотря на все повышение рождаемости, мы не воспроизводимся. Инфраструктура изнашивается. Уже, простите, пошли заторы на дорогах. Дороги не строятся. В-четвертых, организационное бессилие государства. Путин уже даже пытается что-то сделать. Он ничего не может сделать. Все парализовано воровством. Ну вот видите, Полонского-то освободили. Ну, еще раз возвращаемся к началу разговора. Это их между собой. 788-107-0, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Добрый вечер, Вячеслав, Москва. Да, слушаем. Я хотел бы... комментарий к выступлению вашего гостя. Вы не согласны с Максимом Калашниковым? Да, я не согласен. И вот по какому вопросу. Рассуждая таким образом, то есть неуплата налогов, гражданское неповиновение, ваш гость подталкивает людей, пусть даже не согласных с деятельностью этого псевдогосударства, к совершению уголовно наказуемых преступлений по нынешним кодексам. И вот я не согласен в том, что одно делать просто вещать из радиоканала обо всех этих делах, а потом как дальше быть с этими людьми, которые будут попадать в эти уголовные дела. Ведь они же будут попадать не единой партии, они будут попадать поодиночке. И что, господин Калашников будет защищать, как там, Митрофанов этого Полонского несчастного, да? Я сомневаюсь. Я думаю, что здесь просто каждый будет попадать в отдельный молох нынешней антинародной власти. Максим Калашников. Ну, во-первых, 38 миллионов человек это уже делают. Это первое. Вот. Это происходит просто из интересов выживания. Я ни к чему не призываю. Я говорю, что это на самом деле способ просто выжить, сохранить свое предприятие. И видите, этим способом пользуются. Дальше... всех называется, вспомните Ганди, всех не пересажаешь. Когда это принимает массовое явление, с этим придется считаться. Если у вас логика такого премудрого пискаря, достаточно трусливая, давайте всем подчиняться. Если вы будете им подчиняться, они будут сидеть вечно. И они приведут, кстати говоря, страну к тому обвалу, о котором я говорю. 788-107-0, телефон прямого эфира, 98.2, 98% аудитории русской службы новостей в этом вопросе господина Калашникова поддерживает. Слушаем вас. Алло, здравствуйте, меня зовут Максим. Вы не согласны. Я не согласен с господином Калашниковым в одном. Дело в том, что мы, нормальные люди, так и поступаем. Я эти налоги не то, что не плачу, я просто сопротивляюсь власти. Дело в том, что когда я прихожу в суд, допустим, а суд на стороне преступников, для меня вот эти люди... которые нас полиция, как все расширяют. В чем ваше несогласие все-таки? Как враги. Я воспринимаю как врагов, и от них не жду никакой помощи. Я им сопротивляюсь всей душой, и мои друзья тоже. Это скрытый саботаж, который перерастет в открытый. Скрытый саботаж, Максим Калашников. Это уже идет. Это аналог, собственно говоря, то, что Ганди делал. В общем-то, по-своему аналог. Так что спасибо за помощь. Я тоже с вами не согласен. Спасибо. Максим Калашников, это программа «Позиция». После информационного выпуска мы продолжим. Позиция. Стоять до последнего. Продолжаем программу «Позиция». В студии Юрий Будкин, наш гость, писатель Максим Калашников. Третья тема. Соединенные Штаты Америки призывают к помощи Россию и Китайскую Народную Республику против Корейской Народно-Демократической Республики. Правительство США в данный момент сильно сожалеет о том, что Северная Корея запустила ядерный реактор. США призывает к помощи Россию и Китай. Как мы можем помочь? Как Китай может помочь? Ну, Китай бы имеет влияние на КНДР. Ну, пусть он и занимается этим. Ну, вот, у нас-то влияние-то утрачено.
То есть должна, Китайская Народная Республика должна взаимодействовать с Китаем? Ну, есть, с Китайской, с Америкой. Да, тем более, что экономически они действительно плотно взаимодействуют. Пусть они, пусть не голова болит. А Корейская Народно-Демократическая Республика для нас это уже ничего? Ну, скажем так, реальной опасности от их ядерного реактора для русских нет. КНДР с нами воевать не будет. То есть это не наша проблема, нам нет смысла вообще этим заниматься. Проблема может быть, если там начнется ядерная война и будут бить ядерными боеприпасами по Корее. Но когда американцы говорят, Пхеньян абсолютно не выполняет никакие свои международные обязательства. А для него, собственно говоря, это способ торга. Пользуясь, я хочу напомнить. То есть он торгуется не с нами, опять же? Да, он с ними торгуется. Когда в 1994 году в обмен на остановку реактора, тогда еще Ким Ир Сен был жив. А, по-моему, Ким Ир Сен еще был жив. Еще при Ким Ир Сене успели. Они выторговали себе помощь продовольственную, поставки продовольствия гуманитарной. Так что у КНДР просто другого выхода нет. Ну, система зашла в тупик. Понимаете, это карикатура на, так сказать, социализм такая. Ну, то есть, ну, подождите, ну, тогда то, что сейчас там происходит, то, что делает молодой руководитель вот новой Северной Кореи, такое впечатление, что этих вот проблем-то все больше и больше? Да, конечно. Это что, финал? Ну, по сути, когда-нибудь они, конечно, придут к финалу. Нет, я не хочу сказать... Нет, я не настолько знаю такое закрытое общество, как Корея, но я помню, как они приезжали в 81-м, у меня мой отец тогда встречал корейскую делегацию, так сказать, в Одессе тогда. Ну, в общем, их психология, я примерно знаю, что это такое, да. Я считаю, что сейчас они просто набивают себе цену, все-таки молодой Ким, он, может быть, не полный идиот. Потому что если он сейчас начнет войну, он не сможет, у него армия, собственно говоря, слабее, чем армия, господи, Ким Ир Сена в 50-м году. Он не сможет взять Сеул. Итак, Корейская Народно-Демократическая Республика, возможно, в тяжелом состоянии, но нам туда нет смысла лезть вообще. Это не наша проблема. Да, это не наша проблема. 916-55-81, вы согласны с Максимом Калашниковым. 916-55-82, вы с ним не согласны. Голосование уже идет, не согласны, прямо сейчас дозванивайтесь. Добрый вечер. Алло. Нет, 788-107-0, телефон прямого эфира, слушаем вас. А, здравствуйте, Григорий, я не согласен, надо туда ехать, Путину, Медведеву, Лаврову, пусть там разбирать, не дай бог полетят еще в нашу сторону, там ракеты какие-то, там Дальний Восток рядом, обязательно надо. Да. Дальний Восток там рядом, Максим Калашников. Ну, давайте, если полетят ракеты, то, скорее всего, американцы будут воевать не ядерным оружием, конечно. И ракеты у них полетят в основном в Корею. Ну, редкая ракета, так сказать, рыскнет в сторону. Вот. Как правило, все-таки у них точность высокая. Ракеты у них новые. В отличие от ракет Российской Федерации, советских ракет, у них, конечно, крылатые ракеты с навес, иголочки. Так что там особого, так сказать, бояться нечего. Мало того, ввязывание США в очередную войну нам, в общем, объективно действительно выгодно. 788-107-0, вы не согласны с Максимом Калашниковым на северокорейском направлении. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я вот что думаю. Меня зовут Михаил, Москва. Пусть Путин, Владимир Владимирович, пусть Медведев, Дмитрий Анатольевич едут в Корею, и уже потом туда летят американские ракеты. Ай-яй-яй. Ну, слушайте, давайте мы все-таки... мы же поняли, это с первого, при первом позвонили. 788-107-0, добрый вечер. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Это Денис. Я хочу что сказать, но с Максимом не совсем согласен. Мы должны так или иначе принимать участие в разруливании такой этой ситуации. Я объясню почему. Если мы бросим это все на Китай, в принципе, Китай так нас уже смотрит достаточно так косо, ну, в переносном смысле, конечно. Мы уже потеряли лицо, похерив коммунистическую идеологию, отказавшись от своего великого прошлого. Если и сейчас мы, скажем так, не будем заниматься наследниками Великой Красной Империи, скажем так, Китай, ну, сделает определенные выводы, но я думаю, что наша судьба тоже будет незавидной. Ну, Китай, предположим, и так считает, собственно говоря, Российскую Федерацию своей младшей сестрой, подчиненной глубоко. Если мы не полезем в корейский кризис, северокорейский, мы, в общем, не уходим. Упавшему, как говорит монгольская пословица, упавшему в воду дождь не страшен. Мы уже так обляпались. Вот, а там. Если полезем? Ну, а чем мы туда полезем? Ой, Ким, останови реактор. Уговорим. Ну, давайте посмотрим, а что мы можем, собственно говоря, потребовать взамен? У нас очень незавидное положение, между прочим. У Российской Федерации. Несмотря на обилие денег, нам своими делами сейчас надо заниматься.
Взять какой-нибудь порт у них в аренду, или чтобы они нам передали порт, гавань какую-нибудь в аренду. Ну, наверное, можно, да, там как, какую-то помощь оказать, чтобы в обмен на то, чтобы они заглушили реактор. Надо считать, насколько это выгодно. Ну, не, я считаю, что это надуманный как сказать, аргумент, что мы лицо потеряли. Лицо Российская Федерация потеряла давно. Лучший способ выиграть лицо – это начать новую индустриализацию, подняться с Белоруссией, объединиться, понимаете? А не с Северной Кореей, что ли? А не с Северной Кореей. Ну, ведь нет такого выбора. Как это? Выбор всегда есть. Выбор всегда есть. Я считаю, что главный выбор – подниматься надо самим. Если мы снова усилимся, мы начнем подниматься, у нас детей начнут рожать, города новые начнут строиться, жилье, так сказать, подниматься, предприятия новые. Вот на чем мы лицо-то спасем. 788-170, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло. Алло. Да, алло. Вы в эфире. Здравия желаю, Сергей Борисович. Да, в чем вы не согласны? Значит, ситуация простая. Северная Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика, гораздо свободнее и суверенее, чем Российская Федерация. Потому что у нее нет конституции... Сергей Борисович, еще раз, а в чем вы не согласны с Максимом Калашниковым? А в том, что мы, Российская Федерация, не имеет права вмешиваться, потому что так у нее... Так и он говорит, не нужно. ...часть 4 Конституции, все. Приоритет... Но... Тогда я прошу прощения, то есть мы еще, оказывается, и не имеем права вмешиваться. Да, а я говорю, зачем? Ну, Северная Корея — это свой особый тяжелый случай. Когда, извините, в 90-х годах там люди травку ели от голода, а фотографировать было нельзя, отбирали фотоаппараты. Вот. Там, извините, страна, которая накормить свое население-то не смогла за столько лет. Сверхмилитаризованная экономика, еще нам туда лезть. Ребята, это все эти танцы вокруг войны, это торг. Ребята, это спектакль, поймите, зачем в спектакль лезть-то? Максим Калашников, это была программа «Позиция». Я благодарю вас. 92,8 по этому вопросу, 92% аудитории вас поддержали. Спасибо. Спасибо. Ни тени сомнений. «Позиция». Русская служба новостей. Радио РСН.